Добрый вечер! В эфире тележурнал «Апельсин». Рабочая неделя в самом разгаре. Для некоторых людей слова «работа» и «стресс» стали почти синонимами. Если и ваша трудовая деятельность связана с бурными переживаниями и негативными эмоциями, самое время подумать о том, как отключиться от серых будней. В сегодняшнем выпуске расскажу про несколько эффективных способов. Отношения с любимым человеком должны доставлять только радость и счастье. И на первых этапах именно так и происходит. Зато потом романтика уничтожается житейскими заботами. И отношения становятся обыденностью. Пары теряют яркость красок, свежесть и остроту переживаний. Как сделать так, чтобы каждый день рядом с любимым был наполнен переживаниями любви и гармонии? Смотрите в сюжете. Пламя не горит вечно, так и страсть в парах, проживших много лет вместе, постепенно угасает. Сохранить искру в отношениях можно. Возьмите инициативу в свои руки и поиграйте. Роскошные эротические костюмы подбросят сотню горячих идей. Романтичные и дерзкие, гламурные и готичные. Примеряйте новые образы, провоцируйте и соблазняйте. Быть сексуальной – целое искусство. Красивое нижнее белье лучше любой другой одежды помогает раскрыть чувственность и пробудить в себе богиню. Оно должно быть в гардеробе каждой красотки, которая знает, как очаровать мужчину. Такие комплекты не выглядят вульгарно и пошло. Магия пленительного кружева, несколько капелек духов на запястье – вот рецепт женского колдовства. Причем духов не простых, а с феромонами. Эти вещества обеспечивают коммуникацию между людьми на химическом уровне. Хотите привлечь партнера противоположного пола или усилить ощущения во время близости? Выберите подходящий аромат для себя или в подарок своей второй половинке. Разбудить страсть помогут массажные масла, биологически активные добавки к пище или шоколад с афродизиаками. Он растопит сердце и пробудит желание даже в самой неприступной и холодной женщине. Пикантности отношениям добавит интимная косметика. Смазки, гели, масла и кремы. Игрушки для взрослых, сделанные из высококачественных, приятных на ощупь и надежных материалов. Не помешает и немного юмора и азарта. На помощь придут настольные тематические игры. А сексуальную грамотность повысит специальная литература. С товарами для здоровья от магазина «Казанова» вам удастся уйти от измен, узнать свою вторую половинку получше, да и просто расслабиться и отдохнуть от быта, работы и городской суеты. Не бойтесь своих желаний, вносите в свою жизнь новые эмоции и ощущения. С 17 по 19 августа в нашем магазине будет проходить распродажа. Скидки до 50%. Приглашаем вас за покупками. Нескучного вам вечера с магазином здоровья «Казанова». Безмятежность, разрядка, успокоение, отдых, покой, умиротворение – все это можно почувствовать, посетив спа. Процедуры, казавшиеся ранее экзотическими, теперь выглядят привычными. И очень приятно то, что теперь не нужно никуда уезжать. Приобретать путевку на далекие острова, паковать багаж и получать визу. Все необходимые спа-процедуры можно получить в своем городе. Прямо сейчас отправляемся на праздник души и тела. Современная спа-индустрия по-настоящему эволюционировала. Вот, например, абсолютная новинка, которая может стать палочкой-выручалочкой в деле коррекции морщин и омоложения кожи – солярий коллагенарий. Он напоминает кабину обычного солярия, но оснащен синими и красными лампами. Это инновационная техника светового воздействия, призванная омолаживать кожу за счет активации выработки коллагена. Вы приобретаете не только ровный, красивый загар, но и повышаете тонус и упругость кожи. Продолжить омоложение можно в кабинете косметолога. В спа-центре используют продукцию только премиум-класса, которая состоит только из натуральных компонентов. Это специальные боксы. Для каждого клиента своя уникальная программа ухода. Такая косметика работает с кожей на клеточном уровне. Допустим, в этой сыворотке заключены 12 витаминов, 72 микроэлемента и 48 кислот. Здесь также содержатся водоросли ламинарии дигитаты. Снять нервозность, усталость и стресс легко в кабинете массажиста. Маски, питающие, расслабляющие, тонизирующие, гаммажи, массажи. В комплексе эти процедуры подарят несказанное наслаждение. К тому же заодно избавят от лишних сантиметров в талии или бедрах. Ухоженные ножки с аккуратным педикюром и мягкие ручки с красивыми ногтями повысят самооценку и непременно привлекут внимание окружающих. Навести внешний лоск поможет и парикмахер-стилист.
Современные окрашивания, модные стрижки, долговременные укладки и замысловатые плетения. Вуаля! И новый образ готов! Мы предлагаем полный комплекс процедур для кардинальной смены образа и подчеркивая вашу индивидуальность. Красота есть в каждом человеке, и наша задача ее подчеркнуть. В спа-центре «Виктор» вы ощутите настоящую заботу. Здесь вы можете уделить внимание своей внешности, отдохнуть, насладиться приятными процедурами, снять стресс и усталость. Вас непременно порадует атмосфера салона, фирменный стиль и дизайн. Высококлассные специалисты умеют найти индивидуальный подход к каждому клиенту. Место расположения салона максимально удобно. Отель «Виктор» находится в самом центре Первоуральска. Двери спа открыты для вас ежедневно с 9 утра до 9 часов вечера. Чувствовать себя за рулем расслабленно и при этом уверенно можно, имея отменную водительскую подготовку. Так вы избавитесь от постоянного стресса, в котором пребывают многие водители, находясь в дорожном потоке. Вспомнить правила и технику езды в различных условиях помогут наши мастер-классы. В сегодняшнем инструктор Зинаида Балабанова покажет, как безопасно проходить затяжные повороты. Важно уметь проходить повороты безопасно, ведь неправильный выбор скорости и радиуса может привести к неприятным последствиям. Прямо сейчас разберем прохождение затяжных поворотов. В таких водитель почти не снижает скорость. Главная опасность заключается в действии центробежной силы, которая выталкивает машину из центра поворота. Проходим поворот направо. Вот я сейчас прохожу поворот направо. В центре поворота я держусь поближе к обочине. Для чего? Для того, чтобы, если меня центробежная сила будет толкать, чтобы мне хватило места не оказаться на встречной полосе. Лежащий на приборной панели предмет под действием центробежной силы смещается влево, то есть из центра поворота. Эта же сила пытается вытолкнуть автомобиль навстречку, что крайне опасно. Поэтому в правом повороте мы прижимаемся ближе к обочине. При повороте налево я прижимаюсь к центру, чтобы центробежная сила, выталкивающая меня, не вытолкала меня на обочину, так как, зацепив обочину правыми колесами, может возникнуть ДТП. Подведем итог. Главное при прохождении затяжных поворотов – выбрать безопасный радиус. Если поворачиваем направо, прижимаемся ближе к обочине. Если налево – наоборот, к середине дороги. Чувствовать себя за рулем уверенно в любой ситуации вас научат инструкторы автошколы номер один. Она предлагает качественное обучение за честные деньги. Учреждению уже 10 лет. Команда профессиональных преподавателей проводит занятия в удобное для курсантов время. Помогают в обучении богатый автопарк, собственный автодром, соответствующий новым стандартам обучения, аудитории, оснащенные по последнему слову техники. Повторно сдать экзамен в ГИБДД можно бесплатно. Приходите на «Строителей 7», здание школы номер 1, или в Билимбае, школа номер 22. Автошкола номер 1. Выгодно, удобно, надежно. Если вы чувствуете, что привычные дела стали вам в тягость, окажите себе услугу и позвольте расслабиться. Свежий апельсин ловите в эфире ровно через неделю. Ну а если не успели записать полезные адреса и телефоны, ищите программу на сайте первомедиа.ру. Я желаю вам хорошего вечера. До свидания.